Доброе утро, друзья! 9 декабря 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День Героев Отечества в России, Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления, Международный день борьбы с коррупцией, День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Егорий Зимний, Юрий Холодный в народном календаре. До Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. Знаменательное событие. 1953 год. Американская компания General Electric объявила об увольнении всех сотрудников коммунистов. 1968. День рождения компьютерной мыши. В 1989 году возобновлено издание газеты «Коммерсант». 2005. В Лондоне окончилась эксплуатация рутмастеров, знаменитых двухэтажных красных автобусов. Родились в этот день, 1748 год, Клод-Луи Бертолле, французский химик. В 1934 родилась Джуди Денч, британская актриса театра и кино, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус», многократная обладательница премии «Бафта». В 1936 году Александр Иванов, советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий. 1953 родился Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 14 часов 58 минут по московскому времени 13-е лунные сутки. День таит в себе неоднозначность. Неудачен он в том, что все как будто возвращается на круги своя. И чтобы вырваться из замкнутого круга проблем, надо поработать над собой. Между тем, в нем есть и плюсы. Это один из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. После 14 часов 58 минут 14-й лунный день. Самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Не пропустите этот день, он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. Вот такой он 9 декабря 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Благодарность можно выразить по ссылке в описании. Удачного дня!